И снова здравствуйте, друзья, у нас, как обычно, новый день. Сегодня у нас кухня вся из ДСП, хотел бы ее назвать бюджетом, но из-за роста цен на материалы мне это сказать сложно. Итак, давайте я вам сразу покажу чертеж кухни. Кухня прямая, есть один пенал, пару верхних секций, пару нижних секций. Сразу скажу вам, что корпус кухни у нас из ДСП Кроношпан. Фасады нижней кухни у нас из ДСП Эгер, вот он. Просто обычный, самый белый, базовый. И верхние секции у нас из ДСП Эгер Дуб Гамильтон. Вот он выглядит. Далее, что у нас здесь будет? Направляющие у нас скрытого монтажа тандем от Блюм. Будут типончики, будут у нас навесы Комар стандартные, петли прямые, 110-е от Блюм с доводчиком. У заказчика тут были еще газлифты, то есть так прописал дизайнер. Но мы все-таки не хотим заниматься этим жлобством, и так эти газлифты, честно говоря, меня жутко сильно раздражают. Поэтому мы ставим сюда Aventus HK-XS под типон. Будет работать намного комфортнее, я надеюсь, заказчик нам скажет за это спасибо. Далее, будут у нас голоручки L-образная, C-образная от Шилл. Будет профиль светодиодной ленты врезной. К сожалению, фасады будут припущенные, то есть у нас тут ручки под подсветку не будет. Далее, ножки Шилл, защелки Шилл. Цоколь, кстати, ПВХ. Вот под него есть вот такие вот защелочки. Даже, видите, окончание можно ставить, чтобы уже было прям вообще красиво. Ну, это заглушки все под голоручку. Это все можно купить, оно все есть. Далее, сушка 900 мм от Race. Стяжки вы сами видели, какие мы используем, диаметром 8 мм. Вы спросите, почему мы не используем 30-ки? Раньше использовали, но все-таки поняли, что стяжка все-таки является надежным крепежным элементом. Вот. Дюбеля стандартные 8х50. Далее будут у нас мультиклипы защелкивать секцию с вытяжкой. Ну, то есть переднюю панель будут закрывать. Светодиодная лента 120 диодов на метр, свет холодный. Блок питания показывал уже несколько раз, каким мы пользуемся. Будет сенсорный выключатель, тоже его, кстати, в проекте нет. Но вы знаете, что мы на всякий случай всегда берем, мало ли, если у заказчика нет выключателя, то есть мы его там врезаем. Если он у него есть, тогда нам проще это все подключать. Ну и, в принципе, вроде все показал. Фасад разобрались. Второй фасад мы тоже разобрались с вами. Ну и корпус у нас ДСП Кроношпан. Вот как выглядит присадка. Я даже, кстати, покажу, как устанавливается здесь у нас мультиклип, чтобы мы потом могли защелкнуть переднюю панель. То есть вот так он крепится, далее уже идет фальш-панель сама. Вот. Сборку этой кухни я вам покажу в таймлапсе, так как есть товарищи, которые еще сомневаются, что мы за день можем собрать кухню и запаковать ее, а мы как раз ее за день и сделаем, потому что она на самом деле совсем маленькая. Это нам, я бы сказал, бы часов на 5 работы. Вот. И если будут какие-то интересные моменты, естественно, я вам покажу. Но сами видите, кухня вообще не сложная. Цены мебели я озвучивать не буду, не пишите в комментариях, не спрашивайте, потому что цены я не называю. Раньше называл, но когда начинается жуткий трэш по поводу того, что ой, как дорого, ой, как дешево, не хочу писать. Если меня смотрит заказчик, заказчик может ко мне напрямую обратиться, есть в описании все ссылочки, все мои контакты, я могу посчитать любую кухню. Если это мебельщик, то он сам прекрасно понимает, сколько эта кухня стоит. Вроде все вам рассказал, мы приступаем к работе. Кто впервые на канале, не забудьте подписаться. Также, если вы хотите видеть, что происходит у нас каждый день, вы можете подписаться на мой инстаграм и будете в курсе всего. Ну и да, видите, забыл вам показать самое важное, это столешница. Столешница у нас тоже из ДСП Эгер, называется Дуб Гамильтон, и будет стеновая панель толщиной 10 миллиметров из точно такого же материала, то есть из ДСП Эгер. И второй момент, как у нас происходит подготовка к монтажу. Выставляются все секции согласно своим номерам, хотя тут уже чисто на автомате все это делается, чтобы было удобнее подбирать. То есть первая секция, вторая, третья, четвертая, антресоли и фасады, там фасады, полки и все такое. Ну и Леша занимается сборкой нижних корпусов, то есть у него выставлены все низа плюс пеналы. Также ящики рядом стоят, тоже сразу под сборку. Ну и есть царги, там всякая мелочь. Ну и фурнитура та, которая должна быть, скажем так, под сборку сразу, то есть это петли, навесы, комары и такая вся мелочь, она тоже находится здесь. Так же, как и метизная продукция, которая находится у нас посередине.
друзья, как вы видите, кухню мы закончили. Не прошло и 5 часов. А почему 5? Потому что мы начали ее собирать час дня. И в расслабончик не спеша до 6 часов мы ее закончили. Но есть один нюанс, и я вам сейчас его покажу. Кухня, как вы видите, она уже упакованная вся. Вся готовая полностью. Единственное, что мы завтра будем собирать новую кухню, потому что эта кухня поедет немножко позже на монтаж. И тут осталось еще прирезать 2 голоручки. Но это всего 5 минут, то есть тут никаких сложностей вообще нет. И эти корпуса запакуются, то есть сложится сюда и будет ждать оно отправки. И еще нам VR тут упорол косяк. Короче, один корпус мы не собрали полностью, так как у нас смещен паз под ДВП и смещен паз под подсветку. Поэтому рекламацию отправили на VR. Не хотели они ее, конечно, брать, потому что опять начали рассказывать, что прошло больше 14 дней. Типа, почему вы сразу не проверили. Но поругавшись, все-таки они ее взяли, потому сказали, день-два ее переделают. Что, в принципе, нас и устраивает. Потому тут задерживаться мы не будем, отправляемся с вами сразу же на монтаж. Ребята, мы уже приехали на монтаж. Чертежи, напомню еще раз. Кухня у нас прямая. Один пенал, есть антресоли. Потолки у нас натяжные. Будем закрывать мойкой вот эти коммуникации. Ну и в принципе вроде бы и все. То есть она вообще сама по себе не сложная. Я надеюсь, что размеры выдержаны все правильно. Вот. Сейчас установим. Нюансов, наверное, никаких не будет. Поэтому после только обзор. Друзья, у нас кухня на этапе уже финиша. Нижние секции выставлены, пенал собран. Так как при замере, я сейчас фотку вам кину, потолка не было, то есть натянули его уже после замера, то кухня получилась прям вплотную к потолку, вообще вплотную. Или не выдержали сами потолочники размеры, которые задали сами, непонятно почему так, но или же заказчики хотят вплотную, без зазора, вот как раз этот момент. И тут у нас есть 3 антресоли, тут тоже они крепиться не будут, так как нависание тут минимальное, а большей частью они лежат просто на верхних секциях, потому их крепить тоже не нужно. Вот. Ну, сейчас закончим, еще врежем нестандартную варочную поверхность, да и в принципе фасады кинем и будет готово. Итак, друзья, кухню мы практически закончили. Почему практически? Потому что у заказчика не было встроенной посудомоечной машины и вытяжки. Соответственно, это все будет устанавливать потом. Итак, корпус с мойкой. Видите, как поддона нет, так как у нас эконом-вариант. Но все красиво спряталось, поместилось. Мойку врезали, стеновые все приклеили, сделали красивый вырез. Верхняя секция у нас немножко нестандартная. Видите планки и установленная у нас всушка от компании Rice. Далее у нас просто корпус распашной с полками и корпус для встроенной вытяжки. Вытяжки, я уже сказал, нету. И следующий корпус у нас просто тоже с полками. Подсветка у нас вся в обрезном профиле. Свет у нас холодный, 120 диодов на метр. И есть сенсорный выключатель. На стеновой также сделаны все вырезы для розеток. Потом останется только электрику это все подключить. Ну и все стыки, как видите, получились идеальные. Да, была проблема немножко в другом, в том, что заказчик после замера начал делать ремонт. И у нас эта кухня стала очень плотно. Пенал также вы видите перед собой. Розетки почему-то расположены очень высоко, но далее заказчик там сам как-то будет это все подключать. Есть встроенная микроволновая печь, есть духовой шкаф. И внизу есть выдвижной ящик тандем частичного выдвижения от Blum. Ну, также и все ящики тандем частичного выдвижения. Есть профильная голая ручка, как и L-образная, так и C-образная, белого цвета. Также цоколь на ПВХ основе, но он есть весь из ПВХ белого цвета тоже. По антресолям еще раз напомню, что мы не использовали газлифты, как этого хотел заказчик, а поставили подъемные механизмы Aventus HKXS. Работает намного лучше, и заказчику они понравились, естественно, намного больше. Вот. Ну, на этом все. В принципе, знаете, что делать. Если остались дополнительные вопросы, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, делиться этим видео, ну и оцените его лайком, если оно вам действительно понравилось. А у меня на этом все. С вами был, как всегда, Виктор. Встретимся в следующем видео. Всем мира и добра.